так. Охлаждающий жилет. True Love. Ну, очень хорошо. Мне очень нравится. И качество классное. Они, правда, сухие. Я их не мочил пока. На собаку я только одел. А вот. Вот на Маруся. Тоже жилет. Все четенько. По лапкам. По спинке. Марк ходит нормально. Ему по барабану эти жилеты все. А Гаюня пока еще весь в образе. Давай. Давай. А так хорошо как. А ну пройдись. Пройдись. Молодец. Молодец. Вот такие жилеты. Какая-то мембрана 3М там. Вот. Пошиты, кстати, очень хорошо. Куплены на Алишке. Гаюня не хочет пока. У Гая размер. Я потом скажу, какой. Сейчас. Вот. Всякие тут бирочки. True Love. М, да. Вот. Все про него. Намочить. Надеть, отжать. Надеть на собаку и гулять. Какая-то мембрана там. 3М. Отражающая. Вот, True Love. Сюда можно подцеплять поводочек. Да, и не пищи. Вот. Садиться даже можно вот тут чуть-чуть его притянуть. Там есть такая веревочка. О, какой красивый Гаюня. Гаюня, а ну иди железки. Сюда. Маруня, а ну иди сюда. И Маруля в жилет. Да, и Маруля тоже. True Love. Чуть-чуть меня ему подтянул сзади на животе. Вот так вот лапки. Грудь прикрывает. Вот. Лапки прикрывает. Тут вот очень удобно. Лапки не будут вываливаться. Вот. Думаю, он в жиру нас хорошо спасет. Вот. True Love. Гаюня, а ну иди сюда. Гай. Гай, бегом. Вот, собачки не мешают. Собачка вот так вот бегает в жилете. А ну идите сюда, черти, вдвоем. Давай, Марк. Марк, беги ко мне. Марк, давай. Марк. Весь в образе. Иди сюда бегом. О, тюнь-тюнь. Мне кажется, что за эти деньги, которые они стоят, по сравнению с тем, что там за другие просят по 3,5-4 тысячи гривен, так вообще отличный вариант. Вон собачка идет, я еще подтяну чуть-чуть. Я думаю, что когда он намокнет, он будет гораздо лучше. По крайней мере, для дневных прогулок в городе или еще для чего-то. Он собачке абсолютно мешать не будет. Гай, конечно, ну они просто выгуленные хорошо. Гай, конечно, весь в образе. Очень ему этот жилет мешает. Якобы. А Марку абсолютно по барабану все эти причиндалы. Сейчас я их попробую еще намочить. Гаюня, бегом ко мне, бегом, бегом. Тунь-тунь-тунь-тунь-тунь-тунь. Давай, 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 не ложись. На Гае вообще Эмочка сидит идеально. Но Гай у меня маленький. Гай, ну как маленький, он-то четко в стандарте. Четкие 13 килограмм. Ну вот. Ну. А Маруля большой. Большой. Да. Гаюня, иди сюда. Ну, как-то так.